Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Потопление жилых домов не допустили на юге Костанайской области. Угроза возникла в Джангельдинском районе на окраине сел Тюе-Мойнах и Шеген с населением более 400 человек. Талая вода скопилась во овраге и в случае перелива могла зайти в дома. Сотрудники ПЧС откачали более 13 тысяч кубометров воды. Жилье, хозпостройки не пострадали. Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах близ Торгая. Там зафиксировали переливы через трассу между населенными пунктами Байтурсынова и Акколь. Для сдерживания паводковых вод на участок завозят инертные материалы, укладывают мешкотару, укрепляют насыпи. Проезд открыт только для грузового транспорта. В течение дня будут проведены работы. Я думаю, к концу вечера мы этот перелив устраним. Все население оповещено, продукты питания, медикаментов все в населенных пунктах имеется. Проживает там в этих двух селах около 1000 человек. Обстановка стабильная и находится на контроле. На реках Деркул и Чаган в Западно-Казахстанской области выставили посты наблюдения. Каждый час там измеряют уровень воды. Устранена угроза наводнения в селах Зеленое и Достах, об этом МЧС сообщает. Активная борьба с паводками идет в Бурлинском, Каратубинском, Шынгырлауском и в районе Байтерек. Это все ЗКО. И также в самом Уральске. Спасатели уложили около 3000 мешков с песком. Из подтопленных сел за последние сутки откачали более 40 тысяч кубометров воды. В населенных пунктах, оставшихся из-за паводков без транспортного сообщения, сообщают, что запасов медикаментов и продовольствия вполне достаточно. Ранее оттуда эвакуировали 11 беременных женщин и 2 больных. К слову, сейчас в регионе с паводком борются почти 1000 человек. Задействовано свыше 400 единиц спецтехники. В Павлодарской области готовятся к паводку. По данным службы спасения, все гидротехнические сооружения укреплены земляными насыпами. Водопропускные трубы очищены от скопившегося снега. В регионе полностью завершили работу по вывозу снега с территории населенных пунктов, подверженных паводку. В потенциальной зоне подтопления находятся свыше 2000 частных домов. В наиболее опасном месте на реке Селиты, вблизи села Шолахсор, спасатели провели ледорубочные работы, чтобы от резкого таяния на водоеме не скапливался лед. Специалисты обнадеживают, этой весной ситуация под контролем. Опасаться весеннего половодья жителям области не стоит. Тем не менее, на случай возникновения ЧС в полной готовности находится 600 единиц спецтехники, запасено более 100 тонн горюче-смазочных материалов и к ликвидации последствий паводка готовы приступить более 1000 спасателей. Исходя из анализа паводковой ситуации прошлых периодов, на контроль взято сейчас 43 населенных пункта. Из бюджета на случай ЧС у нас выделено в размере около 2 миллиардов тенге. Но в связи с тем, что как бы погода нас с одной стороны и радует, и не радует, расслабляться не стоит, потому что у нас высота снежного покрова составляет где-то 13 сантиметров по области, но это значительно ниже, чем в прошлом году, практически в 2 раза. Но кроме того, что плохо у нас в области, это большое еще промерзание грунта. В некоторых местах доходит до 200 сантиметров, в среднем где-то 1,50-1,60 м. Снег, гололед, усиление ветра ожидается сегодня в ряде областей Казахстана. Так, на западе, северо-западе, юге страны из-за повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. В центральных, северных, юго-восточных районах республики в связи с влиянием атмосферных фронтальных разделов будет идти снег. На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки. Гололед, низовая метель, ветер сильный. Температурный фон сохранится без существенных изменений. Лишь на юго-востоке Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до минус 8, днем до плюс 7. К другим темам. На казахстанско-китайской границе необходимо навести порядок, устранить посредников и коррупционные риски. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев. По его словам, в последнее время участились жалобы от бизнесменов на границе, пробки, несмотря на то, что китайская сторона пошла на определенные послабления после пандемии. В конечном итоге сложности при перевозке товаров через границу напрямую влияют на цены продуктов внутри страны. Пришло время выполнить нам поручение главы государства, навести порядок. И здесь немало, видимо, каких-то заинтересованных в этом лиц, коррупционеров.
И с этим, наверное, нужно в соответствии с поручением главы государства жестко разбираться, оцифровать, автоматизировать все процессы на границе. Обсудили сегодня в Сенате также ситуацию в Национальном фонде страны. По словам Ашимбаева, за последние 8 лет запасы сократились на 16 миллиардов долларов. Хотя перед исполнительными органами стоит задача по увеличению средств нацфонда до 100 миллиардов. Спикер Сената призвал депутатов придерживаться финансовой дисциплины в предстоящий период и тратить средства из нацфонда исключительно на стратегические цели. Он также отметил, что расходы республиканского бюджета заметно превысили доходы госказны. У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. И в этой связи понятно, что и логично, что правительство берет эти деньги или из национального фонда, или за счет дефицита бюджета, увеличения дефицита бюджета. Ну, в этом уточнении мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, но, соответственно, значит, из национального фонда. Но других-то историй. К событиям в мире. В Ливии обнаружили пропажу 2,5 тонн урана. Во время проверки одного из ливийских полигонов инспекторы МАГАТЭ заметили отсутствие 10 бочек с урановым концентратом. О том, где именно хранился ядерный материал, не уточняется. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что ливийские власти изначально не сообщили о пропаже. Агентство намерено немедленно провести расследование. Уведомление об исчезновении урана уже направлено всем странам-участницам МАГАТЭ. Инспекторы подчеркнули, ситуация представляет серьезный радиационный риск, а также проблемы с ядерной безопасностью. В переработанном виде уран может стать топливом для АЭС, а при условии обогащения его можно использовать для создания ядерного оружия. Число погибших из-за наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман увеличилось до 14 человек. Улицы превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, затоплены дома. По данным синоптиков, за сутки выпало более 100 миллиметров осадков. В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы. Действует высокий уровень погодной опасности. Тем временем в Великобритании учителя вышли на марш протеста в центре Лондона. Люди требуют улучшить условия труда, повысить зарплаты. Профсоюз преподавателей Англии поддержал акцию протеста, объявил всеобщую забастовку. Помимо учителей на улицы вышли более 130 тысяч госслужащих, врачей и сотрудников вузов. По данным Института финансовых исследований, за последние 12 лет доходы учителей сократились в среднем на 11%. Члены профсоюза говорят, не прекратят забастовку, пока их требования не будут выполнены. Власти заявляют, вопрос можно решить только путем переговоров. Сначала нам нужно вдвое снизить инфляцию. Это очень важный вопрос. Только тогда от этого выиграют все жители страны. Если мы повысим заработную плату, уровень инфляции возрастет еще больше. Ровно год назад президент Казахстана представил масштабную программу политической модернизации страны. Об этом в своем телеграм-канале сегодня написал госсоветник республики Ерлан Карин. Он отметил, что произошли масштабные изменения, которых в Казахстане прежде не было. Это и проведенный общенациональный референдум, и новые политические реформы. Изменилось также административно-территориальное устройство страны. Появились новые области. А также завершается процесс системной перезагрузки ключевых госинститутов. Самое главное, реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны.
16 марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу «Новый Казахстан. Путь обновления модернизации». Теперь близкие родственники не смогут занимать высокие должности на госслужбе. Быть руководителями нацкомпании, сказал он. Озвучил президент также новые правила выборного процесса. Избиратели смогут лишать мандата депутатов. А страна переходит к президентской форме правления с сильным парламентом. О политических реформах, которые запустили год назад, и их реализации расскажет Динара Жамбатырова. Сегодня вся страна в ожидании главного политического события. Через несколько дней выборы в мажилисы, маслихаты всех уровней. Эксперты и аналитики уже назвали их своеобразной точкой в политической трансформации государства. Но ее основа была заложена ровно год назад в послании главы государства народу Казахстана. Предлагаю вспомнить о том, какие пункты уже реализованы и что в итоге получилось. «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации». Название прошлогоднего мартовского послания говорит само за себя. И, пожалуй, самым важным и первым шагом на этом пути было сокращение президентских полномочий. Глава государства больше не имеет права состоять в партии. Законный заслон поставлен и непотизму. «Концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину». Чуть позже это решение в политических и экспертных кругах назовут смелым, а опыт Казахстана начнут обсуждать на различных дискуссионных площадках ближнего и дальнего зарубежья. И даже советовать – берите пример. Конечно, нонсенс не только для нашей страны, но и для ряда других стран мира. Но это вынужденная, на мой взгляд, мера, опять же, учитывая предыдущий опыт, когда члены семьи первого президента, не будем называть их, но действительно влияли на политику, но влияли, как говорится, себе на пользу. По-новому начали работать институты власти. Из новшеств мажилис принимает законы, контролирует бюджет, формирует правительство. Сенату отошло право согласования кандидатур на посты председателя Конституционного и Высшего судебного советов. На новый парламент большие надежды и высокие ожидания, что в этот раз уж точно многопартийный со всем спектром плюрализма мнений сформирует новое правительство. Переход на смешанную избирательную систему, он сейчас уравнивает шансы для практически всех партий, политических партий. Конечно, у каких-то партий есть тот какой-то бэкграунд, но в любом случае смешанная избирательная система, она задала новые правила игры. Регистрация партийных, новых партий, снижение электорального барьера с 7% до 5%, оно тоже уже уравнивает шансы для многих партий, для прохождения. И действительно можно ожидать, что у нас будет представлен многопартийный парламент, и он действительно позволит нам на сегодняшний день, это, точнее парламенту, реализовать много различных идей. Казахстанцам показали, вы можете и должны влиять. Дали рычаги. Референдум, выборы президента, депутатов, сельских акимов. Такие электоральные циклы избавят страну от застоя, а на смену политическим реформам придут экономические, считают политологи. Есть такой определенный этап, да, развития, когда мы можем, скажем, планировано сверху насаждать какие-то реформы, и они на каком-то, до какого-то степени работают, но в определенный момент для дальнейшего развития уже было необходимо, чтобы сама система политическая поменялась для реализации более эффективности именно экономических и социальных реформ. Безусловно, катализатором политических реформ стал трагический январь, обнажив серьезные социально-экономические проблемы и неэффективность госорганов. И, по сути, год назад, 16 марта, ветер перемен подул с новой силой. Тогда инициативы президента вселили надежду, обозначив новую политическую цель – «Жаңа Казахстан». Динара Жамбатырова, Кылбек Исимсеитов, Гульфариза Рамазанова, Артур Горшняков, Хабар, 24. Предстоящие внеочередные выборы в мажилис и маслихаты придадут новый импульс политической жизни, уверены деятели культуры и искусства страны. Общественность радует активность самовыдвиженцев, как равноправных кандидатов в депутаты. Представители творческой интеллигенции говорят об укреплении принципов демократизации общества, избирательных правах женщин и молодежи. Им отводится 30% квоты в избирательных списках политических партий и объединений. Какую предвыборную программу продвигают партии и кандидаты, узнаем сегодня в прямом эфире канала «Хабар» в 20:00. Там покажут теледебаты казахстанских партий. Участники представят свои предложения по социально-экономическому развитию Казахстана. Не пропустите. Бұл ерекше қызық сайлау.
Это особенные выборы. Мы видим обилие политических партий, главное, самовыдвиженцев, активные дискуссии кандидатов и желание наших граждан построить новый, справедливый Казахстан. У политических партий на этих выборах равные возможности. Мы видим, что у кандидатов в депутаты есть четкие концепции и политические взгляды. Это очень важно. Казахстанцы в день выборов, находящиеся в России, могут проголосовать в 5 городах. Участковые избирательные комиссии будут открыты в генеральных консульствах Казахстана в Омске, Астрахани, Казани, Санкт-Петербурге. А в Москве избирательный участок будет открыт в посольстве Казахстана. Все они формально относятся к Есильскому району Астаны. Как сообщил МИД Казахстана, наши граждане за пределами страны могут проголосовать только за партии. Граждане Республики Казахстан могут проголосовать с 7 утра до 8 вечера. В настоящее время на консульском учете по городу Москве зарегистрировано 1500 человек. Граждане Казахстана, которые прибывают на территорию России, также могут зарегистрироваться на сайте посольства или же консульства. На казахстанское топливо перешла теплоэлектростанция города Байконур в Кызылординской области. К газу подключили многоэтажные дома, объекты бизнеса. Если раньше один кубометр голубого топлива жителям звездного городка обходился 800-900 тенге, то теперь его стоимость приравнена к среднему тарифу Кызылординской области – 14 тенге. Как переход с российского мазута на казахстанский газ повлияет на стоимость других коммунальных услуг, выясняла Райхан Тажибаева. 12 энергетических котлов и 4 турбогенератора. Теплоэлектростанция города Байконур была запущена больше полувека назад. До прошлого года теплоагрегаты работали на мазуте. Сейчас осуществлен переход 2 водогрейных котлов на природный газ. Планируются работы по переводу на природный газ энергетических котлов, котлотурбинного цеха, тепловой электростанции. На данный момент электрическая энергия у нас вырабатывается для обеспечения гарантированного резерва мощности при выполнении опытно-испытательных работ на комплексе Байконур, то есть для международных пусков. В случае необходимости мы можем вырабатывать дополнительно для города электрическую энергию. Переход с дорогостоящего мазута на дешевый и экологичный газ позволит предприятию снизить тарифы на электроэнергию, теплоснабжение и горячую воду. До сих пор их стоимость в Байконуре была в 6 раз выше, чем для других жителей региона. К примеру, за свет горожанам приходилось платить втрое больше стоимости, а за тепло и вовсе. Потребители оплачивают счета не за отопительный сезон, а круглый год. И этой финансовой традиции уже больше 30 лет. Вопрос завышенных коммунальных тарифов будет рассмотрен на заседании межправкомиссии. Работы по газификации, начаты по поручению президентов двух стран. Как только завершится переход теплоэлектростанции на газ, тарифы на теплоснабжение будут снижены. Примерный срок 2027 год. По тарифам на электричество и воду вопрос находится на контроле акима области. Начаты переговоры с российской стороной. Решение будет принято межправительственной комиссией. К слову, на сегодняшний день казахстанскому газу подключен весь жилой фонд города Байконура. Газификация ожидают и пригородные села Ака и Туритам. Райхан Тажибаева, Нуржан Мазарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24. Усилить авиационную безопасность намерены в Казахстане. Для этого в республике планируют создать специальную службу. Единый госоператор будет работать во всех аэропортах страны. Финансироваться новая организация будет на начальном этапе из госказны. Затем авторы идеи планируют перенять европейский опыт, когда такая деятельность будет оплачиваться за счет сбора на авиационную безопасность. То есть платить за нее станут сами пассажиры. Когда это произойдет и как сейчас обеспечивает спокойствие казахстанцев, выбирающих авиатранспорт, расскажут мои коллеги. Сегодня в Казахстане пассажиров обслуживает 21 аэропорт. Их штатный режим работы напрямую зависит от сотрудников авиационной безопасности. Кстати, в их адрес в последнее время в сети много нареканий. Казахстанцы часто обсуждают просьбу снять обувь во время предрейсового досмотра. Это стандартная процедура перед посадкой на рейс. Я оставляю свои личные вещи. Куртку, все содержимое карманов, часы, ремень, металлические предметы. Все, они уходят на рентген, дальше я прохожу на металлоискатель. Буквально сразу я прохожу, и если он подает сигнал, вот примерно вот такой, то значит у меня что-то есть металлическое. Я возвращаюсь, и тогда сотрудники аэропорта просят меня оставить обувь, которую также проверят на рентген. Тогда начинается ручной досмотр. Попросить пассажира снять обувь могут и без реакции на металлические предметы. Система автоматически выбирает человека. Из 100 улетающих процедуру ручного досмотра обязательно пройдут 10 человек. Вместе с ботинками проверят самого пассажира и его сумку.
есть предметы и вещества, которые должны определиться методом прощупывания. Для эффективности и улучшения качества безопасности мы проводим ручной досмотр. И это ни в коем случае не прихоть данного работника, который выполняет данную функцию. Не сделать этого не можем, так как мы должны строго действовать по правилам, которые прописаны законодательным документом по авиационной безопасности. Теперь о жидкостях в сумках у пассажиров. К этому у сотрудников досмотровой службы тоже исключительно служебная неприязнь. Любая тара объемом больше 100 мл уже опасный предмет. А химической лаборатории под рукой нет, чтобы доказать обратное. Поэтому прямая дорога в урну. И здесь у пассажиров возникает вполне логичный вопрос. Почему в дьюти-фри можно купить жидкость в таре любого объема? Который проходит, покупает в стерильной зоне дьюти-фри, это поставщик, известный поставщик аэропорту, она проверенный поставщик, она договором определен, что его ответственность в случае запрещенных предметов, он, эта компания будет отвечать. И дополнительно проверка идет каждого груза средством кинологии, которое у нас есть в аэропорту, также детектором взрывчатых веществ. Хлопот доставляют и так называемые шутники – пассажиры, говорящие о бомбе либо оружии в их багаже. С такими у сотрудников аэропорта разговор короткий. Они точно никуда не летят. За последний год в столице за нелепую шутку о запрещенных предметах с рейсов сняли 14 человек. При разбирательстве, ну, дальше уже по степени тяжести определяет уже правоохранительные органы. Может быть административный штраф, может быть даже уголовная ответственность за это. В ближайшие 2-3 года авиационную безопасность в целом по Казахстану намерены улучшить. Для этого создадут единую государственную службу. Оператор будет обеспечивать спокойствие во всех аэропортах по стране. Здесь авторы идеи опираются на европейский опыт работы. К тому же это позволит открыть прямые перелеты в Соединенные Штаты Америки. У нас исторически сложилось, что сбор за авиационную безопасность у нас взимается с тонны, то есть с максимальной взлетной массы воздушного судна. Почему так сложилось? Потому что во многих наших региональных аэропортах все-таки не такое большое количество пассажиропотока. И каждый год у нас пассажиропоток растет, и мы все-таки думаем этот механизм изменить. И все-таки взимать этот сбор за обеспечение авиационной безопасности с каждого обслуженного пассажира, я думаю, так будет правильнее. От стоимости билета на сбор для безопасности будет уходить от 1 до 1,5 долларов. В авиационной администрации Казахстана заверяют, на старте часть расходов возьмет на себя государство. Речь идет о ближайших 3 годах после создания службы. Дальше все будет зависеть от ее выхода на самоокупаемость. Чиновники от авиации обещают, к моменту полного перехода к европейским стандартам, примерно в 2027-м, пассажиры не заметят существенной разницы в стоимости билетов. Артем Грапов и Сайран Акамбаев, Хабар 24. В Кызылорде дали старт строительству нового терминала аэропорта. Проект стоимостью 31 миллион долларов разработан в соответствии с международными стандартами. Возводимый объект займет 7,5 тысяч квадратных метров. По словам специалистов, при его эксплуатации повысится безопасность полетов, откроются новые авиамаршруты и увеличится транспортный поток. Сейчас аэропорт Хорхтата выполняет 1400 рейсов в год. К 2025-му их количество вырастет вдвое. Настолько же увеличится количество пассажирских и грузовых перевозок. Этот проект будет реализован в рекордно короткие сроки. Необходимые средства выделены, строительные материалы закуплены. Во время строительства будет занято более 600 человек. После завершения будет создано 64 постоянных рабочих мест. В Павлодарской области усилят материально-техническую базу лесного хозяйства. На первом этапе планируют обновить противопожарную технику, но главное, в регионе внедрят автоматическую систему оповещения пожаров. Современные охранные комплексы планируют установить на территории природного резервата Ертыс-Ормана и Баянаульского национального парка. По данным статистики, в минувшем году в регионе стало больше лесных пожаров на 36 случаев. Огонь уничтожил 240 гектаров леса. Пожарные говорят, зачастую возгорания происходят от грозовых разрядов. Вместе с тем, также экспериментально в этом году на территории Павлодарской области, именно на территории Государственного лесного природного резервата Ертыс-Орманы, по аналогии с резерватом Семи-Орманы и Бурабайским национальным природным парком, будут установлены системы раннего обнаружения природных пожаров. Для этого из республиканского бюджета уже выделено 2,4 миллиарда тенге. Вот весной этого года, вот в апреле месяце, должна начаться конкурсная процедура. И, думаю, к лету уже будут монтироваться вот эти вышки с оптико-сенсорного наблюдения.
Мастер-класс по приготовлению национальных видов блюд из молока прошел в Таразе. В нем приняли участие многодетные мамы, школьницы. Секретами изготовления курта, творога, айрана поделилась жительница Таласского района Мөлдір Желеубаева. Уже 10 лет женщина занимается производством молочной продукции по авторским рецептам. Мероприятие прошло в центре Ана Тахзам. Там работают 9 бесплатных кружков. Кулинарные курсы окончили около 90 человек. Все они получили сертификаты. Многие из них уже получили безвозмездные гранты и открыли свое дело. Рецепты именно вот по изготовлению курта и ремшек, они делают именно по древним нашим традициям. Никаких новых особенностей нету. Участники, они все равно покупают, они дома не делают. Наша цель главная — показать именно, как в ауле готовят. На этом мы закончим, но немного позже вернемся. До скорого!